Так, ну ладно, посмотрим, что у нас тут еще. Сначала, наверное, с Вулси поговорим. Я к вашим услугам, командор. Угу. Вы можете обеспечить снабжение нашим войскам? Я сделаю все, что возможно. Но вы, путешествуя по окрестностям, не упускайте из виду возможностей для торговли. Если вам удастся уговорить хоть каких-нибудь купцов торговать здесь, это значительно облегчит участь башни бдения. Так. До свидания, госпожа Вулси. Так, ну все, торговлю, да, надо наладить. Командор, лорды Амарантайна пришли принести присягу вам и Ордену Серых Стражей. Это бывшие вассалы Эрла Рэндона Хоу. Теперь это ваши вассалы. Угу. Так. Если кто-то из них участвовал в покушении на мою семью... Эрла Хоу... Сталось бы проделать это и в одиночку, но, возможно, у него были сообщники. Кто-то из лордов откровенно не любил Рэндона, но другие возлагали на него большие надежды. Аккуратнее здесь, командор. Окей. Дамы посмотрим. И господа, позвольте вам представить стража командора Ферлдена и Эрла Амарантайна. Командор. Угу. Так. Мы все разные, но цель у нас одна. Бан Эсмерель Амарантайна, согласно обычаю, имеет право начать. Я, Бан Эсмерель, клянусь жизнью и честью хранить верность Эрлу. Да не подниму я оружие против Эрла и ее наследников. Так говорю я пред лицом Создателя. Обещаю, что я, лорд Эдельбрэк. И на этом церемония завершена. Да здравствует страж-командор. Найс. Так. Что у вас тут охрена, я смотрю, собралось. Так, мне нужно сюда что-нибудь сложить, потому что у меня слишком много всего. Антиванский длинный лук, это я тоже сюда перекину. Стрелы я пока тоже сюда сложу, потому что, блин, это вообще... Вот эти камни, они мне нафиг уже не нужны, блин. Я снаряжение нормального потеряла. Ой. Ну да ладно. Так, ну это я пока сюда сложу. Щит Хоу, кстати. Я не думаю, что он мне пригодится. Вот эти вот мне нахрена, мне уже не нужны. Все равно это не будет уже. Так. Ладненько. Ладненько, прохладненько. Надо поговорить с кем, Антерс. Так, что там у нас еще? Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Кого я тут должна знать? Только двое здесь могут оказать настоящую поддержку в этой войне. У лорда Эдельбрэка, хозяина Феравеллских равнин, самые обширные угодья. Это человек известный, влиятельный. Бан Эсмерель правит городом. Самая богатая среди всех, кто здесь собрался. Может, ее не любят, но не считаться с ней нельзя. Угу. Так, мне надо вернуться к гостям. Значит так. Там у меня что было? Так, торговля, нашествие важные. Найти залежи минералов, присяга на верность. Так, лорды и леди присягнули вам на верность. Теперь пора познакомиться с ним поближе, поговорить с Сеншалем Верлом, когда захотите закончить эту церемонию. Так, хорошо, значит. Ну, я сейчас со всеми, наверное, поговорю. Страж-командор, мы так много о вас слышали. Столько хорошего, иногда и не верилось. Но многие из ваших подвигов стоили здешнему дворянству шансов на продвижение вверх. Слишком многое зависело от старого Эрла. Некоторые вассалы хотят покончить с вашим правлением.
Так. Это я уже поняла. Возможно, вы не знаете, насколько решительно они настроены. Мне удалось перехватить кое-какие их послания. Они шифрованные. По отдельности письма прочитать невозможно. А вместе они образуют сообщение. Они хотят покончить с вами еще до того, как вы начнете править. Готовится покушение. Покушение на меня? Я польщена. Я бы отнеслась к этому всерьез, страж. Они знают о ваших способностях и не пожалеют средств, чтобы добиться своего. Если у меня будет несколько дней, я могу добыть письма. Я бы принесла их сегодня ночью, но не знала, стоит ли вас беспокоить. Мне есть что терять. А выигрыша, почитай, никакого. До свидания. Скоро увидимся. Паутина заговора, блин. Да-да-да. То ли верить, то ли нет. Окей. Давай с тобой поговорим. Рада познакомиться, командор. А, с ним нельзя, да? А с тобой? Для нас большая честь быть вашими вассалами, командор. Да что ты говоришь? Рад видеть вас, страж командор. Вы попали к нам в нелегкое время. Эдлбрэк, только ни слова о ваших любимых фермах. Не всем в нашем Эрлинге повезло жить за стенами города. На открытой местности не спрячешься. Отец хорошо к вам относился, Эдлбрэк. Говорите, я вас слушаю. Так вы помните меня, юная леди Кусланд? Хотя сейчас юной вас уже не назовешь. Клянусь перед вами и перед Андрасте, я не замешан в предательстве Хоу. Но меня не это тревожит. Пока мы здесь пируем, наши крестьяне умирают от голода. Эдлбрэк, городские укрепления важнее. Пусть сейчас закрома полны пшеницы, но если вымрут крестьяне, то кто вас накормит? Так... Я приму этот вопрос к рассмотрению. Благодарю. Так. Все, что ли? Ну, а с тобой давай поговорим. Не беспокойся. Я буду держать язык за зубами. Может, мне лучше где-нибудь в сторонке подождать? Я вообще тебя приодеть хотела. Есть что. А, ну так тебя можно приодеть. Ты даже уровень тебе можно повесить. Так, он убийца, тень. Призраков нет, порядка и организация — это элитные разбойники. Давай я, да. Еще легионер-разведчик я бы ему сделала, потому что вот эти мне, в принципе, нахрен не нужны. Так, давай дальше, что у тебя тут есть. Живучесть тоже хорошая штука, но, наверное, лучше ему вот эту. Одну я вкачаю, наверное. Выносливость ему тоже нужна. Яды. Короче, пока так распределю, там потом посмотрим, может быть, здесь еще будет. Так, он же убийца у нас. Так, это пассивка. О, тень. Ну, у нас и как лучник, и как разбойник же пойдет, правильно? Так. Охотник за сердцами. Так, пока действует этот режим, разбойник выискивает самые слабые места врагов, поражая каждую цель таким образом, что весь урон, нанесенный врагу, на некоторое время застает и независимо от источника. Так, это понятно.
Я пока так качаю, потом посмотрим. Так, мне бы его приодеть, потому что он вообще совсем это... без брони. Так, легкие превосходные ботинки Вейда. Кожаные флюпные туника Проныры. Так, а вот это? Медвежье объятие. Так. Что еще? Мне надо какой-нибудь шлем ему, а шлема у меня и нету нормального. Плюс 3 к хитрости, тут тоже к хитрости. Так, это ему не одеть, пряжка. 3 к защите, 3 к ловкости, вот это вот. Вот это вот пускай будет. Так, ну а здесь, блин... Короткий меч стражи, кинжал Дункана, я им не хочу отдавать. Блин, а что делать-то мне? Так, возьми-ка на второе оружие лук. Сейчас я посмотрю, что у меня тут есть. У меня есть кинжал, который ему могу как раз дать. Лук черного лиса тоже могу ему дать, то что мне он в принципе не нужен. Ну, болт мне не нужен, колчан, стрелы. Два ко всем характеристикам. Не, ну это, конечно, хорошо, но нет. Я не буду это одевать, честно, на него, потому что мне не очень нравится что-то. Так. Коварство черного лиса. Вот прикол. Два кинжала у него, пускай вот эти будут. Дальше. Лук я ему отдала, но лук вот этот пускай возьмет. И колчан орлесианский. Бери. Так. Ну, шлема пока нету. Пока без шлема походит. Так. Вам что-нибудь нужно, командор? У тебя что-нибудь на продажу там посмотреть мне нужно. Да, 4 к силе воли. Блин, он сколько стоит? Кровь воина, 2 к силе. 2 к ловкости. 10, да, 50 к выносливости. Блин, дорого стоит эта хрень. Больше ничего нету. Пряжка ветров, аж 2 штуки. Одну, конечно, продать надо. Так. Вот эта хрень, кстати, ничего такая. Так. Так, окей. Дункан. Вот об этом я и толкую. Бабы, выпивка и музыка. Да подожди ты со своими бабами. Так, ладно. Надо, короче, вот здесь вот посмотреть еще что. Тут просто чистая бумага везде, да? Может, нас тоже не хочет. Пойдем уже? Посол сэр. А, чем могу быть полезна? Так, у тебя есть руны на продаже? Безусловно. А, ну у нее можно, кстати, и зелье лириума купить. Это, кстати, очень хорошо. Что они же пригодятся. Так, пустой рунный камень. Этот камень невероятно тонок, хотя его с них хрупок. Копия. Я вот, если честно, не знаю, что ни хрена у нее тут. Учебник мага воина. Вот. Руна новичка. Новичка нам не надо. Нам надо самая такая. Так. Руна... Ага, новичка, вот это паралич, молния,
бодрость новичка, буря, выдержка, два к телосложению, неусприимчивость, емкость. Так, хорошо. А это, кстати, это реагенты. Я не знаю, вот это мне нафиг, в принципе. Но камень жизни я оставлю. Сколько я их собирала, мне кажется, они мне не так уж и нужны. Но если нужны будут, я обратно выкуплю. Так, здесь тоже большой природный бальзам. Это маленький духовный мне не нужен. Та-та-та-та-та-там. Вот эти надо штуки как-то использовать, ахз, как. Маг-воин. Вот, я ж хотела. Маг-воин, так, заклинаниях позволяешь вести бой издалека. Маги-воины, однако, предпочитают вступать в бой плечом к плечу с вооруженными соратниками, чтобы видеть страх в глазах противника. Их заклинания в основном относятся к самозащите и управлению стихиями на окружающей территории. Так, а вот хранитель. В каждом далийском клане есть хранитель, мудрый учитель, посвящающийся сохранению древних эльфийских знаний. Нет, нет, он под хранителя не подходит, тут эльф нужен. Ну вот, наверное, так сделаем пока что. Сила воли. Даже не знаю, сила воли-то им нужна магия, наверное. Так, магия нужна, да, нужно прокачивать. Так, маг-воин, осуществляющий аура. Так, а здесь вот маг стал лучше настроен, окружающий магический энергии, что дает бонусы к силе воли, магии, восстановлению маны. Вот это возьмем. Что? Так, маг-воин... Убивается пылом схватки, создавая поле, которое втягивает жизнь из всех ближайших врагов, излечивая мага все то время, пока действует заклинание. Всякий раз, когда из врага вытягивается жизнь, жизнь заклинания поглощает небольшое количество маны мага-воина. Ой, ладно, окей. Так, у меня-то то что? Страшник. Воин духа хочу. Воин духа. Так, а у тебя что? А, у тебя тоже специализация осталась. Хорошо, а огра нам? Может, ему потрошитель огра? Ну, я не знаю. Ну, я еще могу потом спросить. Мне это очень сильно нравится, эта штука. Так, а все, я с ним поговорила со всеми. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Так, Эдельберг сказал, мы не будем защищать фермы. Так. А я знаю, что против меня готовится заговор. Ты знаешь заговорщиков? У тебя есть право на высшее правосудие. Предательство – серьезное преступление. Сэр Тамра не знает, она предоставит какие улики. Да, вот это. Сэр Тамра та еще хитрюга, но многое знает о таких вещах. Лучше шарахаться от каждого прикосновения, чем потом валяться ничком в канаве. Чтобы двигаться дальше, нам нужно убедительное доказательство, а его трудно найти. Есть разные возможности. Не все я бы советовал использовать. Аристократы придут в ярость. Угу. Расскажи мне о них. Что если отправить солдат пошпионить за аристократами? Думаю, это может принести плоды. Ходят слухи, что некто темный волк ищет сведения за плату. Опасный парень, как ни крути. Угу.
каковы Салдос шансы, как найти этого темного волка. И чего бы ты не посоветовал. Так, ладно, как найти этого темного волка? Честно говоря, понятия не имею. Где-то в иноземном квартале Амарантайна, насколько я знаю. Так, посмотрим, смогу ли я найти этого темного волка. Тогда тебе надо отправляться в город и охотиться за призраком. Нормально, блин. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Эдельберг сказал, мы не будем защищать фермы. Эдельберг говорит правду, сэр. Но дела обстоят просто ужасно. Он и Бан Эсмерель борются за право размещать солдат. Но у нас недостаточно людей. Главное решить, что необходимо защитить. Город, земли, торговые пути. А, нормально. У Амарантайна есть стены. Давайте отправим солдат на защиту ферм. Как пожелаешь. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. А церемонию пора заканчивать, Сенешаль. Как пожелаете, командор. Очистить зал. Командора ждут дела. Так, ладно, смотрим, что у нас там еще. Главный сюжет, башня бдения. Так, похищен, добраться до поместья. А, торговля, давно пожаться, наладить торговлю, убить купцов, развернуть торговлю башню тени. Так, черного волка найти, блин, пипец. Командор. Так, расскажи о положении в Эрлинге. Солдаты как могут стараются защитить крестьянские угодья, только их маловато для такой обширной территории. Разведчики сообщают, что порождения тьмы кишат по всей территории Эрлинга, и их становится все больше. Там, где нет солдатских патрулей, опасно, командор. Очень опасно. Что ты знаешь о нападении порождения тьмы на крепости? Мой предшественник, капитан Руланс, и большая часть старших офицеров как раз в то время были в крепости. Как именно они погибли, мы не знаем. Известно только, что очень быстро порождения тьмы заполнили всю крепость. Так. Откуда пришли порождения тьмы? У меня был разговор с гномом Волдриком. Он полагает, и я вынужден с ним согласиться, что они явились из самой крепости. Подземелье крепости уходит далеко вглубь. Волдрик подозревает, что порождения тьмы нашли потайной проход в крепость. Угу. Сколько солдат уцелело после этого нападения? По правде говоря, совсем немного. А стражей ни одного. Но еще много солдат сейчас патрулируют Камарантайну. Мы можем отозвать их. Так, предводитель порождения тьмы разговаривал, я сама слышала. Это внушает тревогу, командор. Но в наших краях каких только слухов не ходит. Рассказывают о новых порождениях тьмы. Особо ужасных, выкованных из теней и кошмаров. Грядет что-то нехорошее. У меня есть другие срочные дела. До свидания. Доброго дня, страж-командор. Окей. Так, ну что? Ой, ребята, портрет Хоу. Забавно. Отсюда растащили почти все, а он остался на месте. Как символично. Дай угадаю, твоя матушка. В точку. Она самая. Мой отец ненавидел мою мать. Мазню эту он вытаскивал только тогда, когда приезжала теща. Меня гоняли перед ней, как солдата на смотре. А она придиралась к каждой мелочи. Отец в это время ждал своей очереди. А почему он ненавидел твою мать? Понятия не имею. Ее семья была богатой. Я только это понятно. И помню. Теперь они ко мне и на пушечный выстрел не подойдут. Я там нежелание моровой язвы. Ладно, пусть все-таки кто-нибудь это снимет. Она сверлит меня взглядом.
Не стоит нам здесь время терять. Окей. Так, ну чего? Все, мне тут больше ничего не надо. Да. Да. Ну, теперь у меня вся, как бы, компания в сборе. Командор! Для меня писем нет? Подождите минутку. Ладно. Так, Хара. С возвращением. Что-нибудь нужно? Так, я нашла залежи руды. Это будет нам большим подспорьем. Веридий? Нет, конечно. Оружие и доспехи из этого делать можно. Командор, если хотите, мы можем снарядить ваших бойцов. Вам это ничего не будет стоить, но нужны будут солдаты, чтобы охраняли рудокопов. Будут тебе солдаты, моим бойцам нужно снаряжение получше. Так я должен мастерить доспехи для всего амарантайнского отребья. Хэрон, ты меня продал в рабство, это просто бессовестно. Приказ командора. Хороны. Ладно, я возьмусь за работу. Но я хочу, чтобы рано или поздно мне дали настоящий заказ. Такой, чтобы было над чем потрудиться. Да, будет тебе, блин. Ой, подождите вы. Сэмюэль? Садовник Сэмюэль? Это ты? Кто? Дыхание Создателя. Это же крошка Нат. Я это лицо узнал бы из тысячи. Сэмюэль, как я рад, что ты живой. Скажи, знаешь ли ты, как умер мой брат? А сестра? Я был в вольной марке. Твой брат погиб на войне. А вот леди Делайла, ты не знаешь? Она не умерла, сынок. По крайней мере, я ни о чем таком не знаю. Последнее, что я слышал, будто она вышла замуж за торговца в Амарантайне. Не знаю даже его имени. Бедная девочка. Ты слышишь? Моя сестра жива. Отлично. Чудесная новость. Мы ведь можем попробовать разузнать о ней в лавках, когда будем в Амарантайне. Да, окей. Спасибо. Очень хочется узнать, как сложилась ее судьба. Так, окей. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут в сундучке. А тут у нас денежки. О, котенок. Ти, господи, давай себе возьмем. Что, дружок, проголодался? Взять котенка с собой. Так, теперь вот этот сундучок мы откроем. Да, доспех нам этот не нужен. Так. Что-то в окрестностях побегаю, потому что есть места, где я не могла ничего открыть. А тут, по-моему, ничего хорошего нет, да? Тут залатали уже дыру. Дыру, блин. Солдаты, гном, рядовой, сержант. Небось, эти штучки насчет трагической судьбы тебе жить помогают, а? Ты записался ко мне в поклонники, Огран? Что? Нет. Нет. Только если... Нет. Отлично. Значит, в лагере я могу не бояться выпить лишнего. Нет, ты мне нравишься. Но не в этом, плане. Нормально. Теперь будут другие разговорчики забавные. Так, чего мне там на поэзии грез? Кому подарок-то? Так, Бренди, наверное. Это Огрону, наверное, Бренди. Не дурно, право. Так, письма Делайлы Хоу. Ну, это понятно, что это Хоу. О, мне всегда этого хотелось. Сердце воина.
А золотая серьга, наверное, ему тоже, нет? Может, и нет? Ух ты, это мне? Ух ты! Котенок. А котенок кому? Ой, гляди-ка, какая киска! В нашей башне жил мышелов по имени Пушистиус. Только с ним я и виделся с тех пор, как меня посадили под замок храмовники. Я порой так по нему скучаю, но заводить кошку мне нельзя. Мы деремся с порождениями тьмы не на жизнь, а на смерть. И что ты тогда предлагаешь с ним делать? Даже не знаю, просто бросить его здесь жестоко. Ладно, оставлю пока при себе. А там придумаем что-нибудь. Ты не против, котик? Будешь зваться сэр Ланселап. Устройся пока в моем мешке. Это ненадолго, правда. Прикольно, блин. А он его чего? Куда ты с собой дел? Где он? О, этот предмет обладает уникальной силой. А чего, можно куда-то поместить, смотри, можно. Реально. Ха-ха. Лол, ну что, прикольно. У кого там щит? А щита что, ни у кого нет? Блин, щита ни у кого нету, щита. У меня нет танка. Вернись ко мне, мой муж. Так, ладно. На щит. Надежда нам не нужна. Щиты ОМОНа у меня тут есть. Так, дальше. Подарки еще не все. Пай, сердце, вон. А, ну все, это я как бы оставлю. А, мне еще надо чего? Вот сюда вот. Котик. Так, ребяточки. Это все круто. Туда я сбегала. Давай поговорим с ней. Завал в подземелье все еще расчищают. Скоро закончим. А, вот здесь гном стоял, с которым надо поговорить тоже. Давай поговорим. Командор, значит, это люди построили? Брат сказал, вам нужен каменщик. Ну что, дело так плохо, не говорил. Добро пожаловать в башню Мдения. Вы очень любезны. Порождение тьмы тут серьезно порезвились. Но, думаю, крепости до них еле держалась. Ваш сенешаль издал указ, пообещал дать народ и золото, чтобы отстроить крепость. Но это же до смешного мало. Думаю, чтобы отстроить крепость по человеческим стандартам, этого будет достаточно. Ну, кому это надо? Так. Как бы мне об этом не пожалеть? Что нужно для того, чтобы правильно перестроить крепость? Какой камень в этих краях, я пока не знаю. Но народу точно понадобится больше. Настоящих умельцев, а не каких-нибудь доходяг, хорошо? Все упирается в деньги. Могу выделить 80 золотых. Надеюсь, оно будет того стоить. Оно будет того стоить, страж. Удачи всем, кто пытается починить стену. Так, отлично. Ой, господи. Торговля. Купцов надо убедить. Так, а вот здесь я была. А, это вот карта, это карта мира. Блин.
Завал в подземелье все еще расчищают. Скоро закончим. Че так долго-то, ну? Долго вы там расчищаете свой завал. Знаешь, гном, мой брат пил так же, как ты. Веселым, небось, парнем был этот твой брат. О, забавное он умел во всем найти. А потом его рвало на чужие башмаки. Славные были времена. О, а здесь есть что-то неоткрытое, то, что я не смогла открыть? Где-то, по-моему, сундук здесь был. Который как раз теперь я открыть точно смогу. Это на Даниэль сейчас откроет. Да, вот оно. Два. Что? Воды сундук. Тебе принести? Сундук. Воды принести. Антиванский длинный лук. Да он мне не нужен. Твое желание для меня закон. Серьезно? И вот эту дверь. Дверь. Не, в склеп надо, дверь. Ой, мама. Не склеп, по-настоящему древний. Он тут, видать, еще до крепости был построен. Ого, ключ нашла. Замочная скважина. Ой, твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я об этом не подумала. Так, это тоже поддержано же. Так, это активно должно быть. И никаких аптечек я ему тоже не засунула сюда. Большая, просто целебная, маленькая. Музыка такая прикольная. Так, концентрированный яд. Вот этот вот. Экстракт. Кислотная смазка. Так, ну... У него пока, да, быстрая стрельба. В этом режиме, кто появляется, то скрывается, поскольку враги не могут сосредоточиться на персонаже. Каждый удар сокращает их интерес к атакующим. В этом режиме постоянно отсутствует выносливость. Я вас тут на куски распилю. Ты там, может... Понятно. Ой-ой-ой-ой. По-моему, сейчас кого-то убью. Да отвалите, ну... Господи. Давно б ты так сделала. Готов раздавать тумаки! Так. Неизменная работа. Я быстрее не выйду. Да, вот и что теперь? Вот. Да, командор. Ну. Ох,
Так. Сам за собой. Еще к тебе, да. Шелковый ковер, я вообще не знаю, зачем он нужен. Лук Хоу. Отлично. Это, наверное, этому. На Таниэля пойдет Лук Хоу, я так думаю. Отдать ему как раз. Так, еще с другой стороны ходила. Шапка Проныра как раз сейчас одену. Шапка Проныры как раз для него. Так, и знаешь, я тебе, наверное, сейчас сразу Лук-Хоу отдам. Не поняла, где он есть-то? А вот он. Неужели ты тот, о ком я думаю? Да, вот тут выжжен герб рода Хоу. Это лук моего деда. Вернее, дед был последним из Хоу, кто им пользовался. А сделан он был еще задолго до того, во время священных походов. Что ж, теперь он твой. Спасибо. Мне приятно, что хотя бы часть родового наследия будет при мне. Будет чем гордиться. Плюс 16, аж охренеть. Так, ага. Ну, он снял лук и этот одел. Ну, пускай будет так. Потому что этот лук читерский, который тот. Я сейчас его себе возьму. Так, стрела эльфийского полета на каде. Вот, а арлесианский колчан я, кстати, себе тоже хочу. Он у него, кстати, остался такой же колчан, и у меня будет такой же колчан. То есть его снимаешь, и это он, короче. Ладно. Ну, это я так на всякий случай. Так, тактика. Ну хорошо, пускай он лучником будет так быть. Так, что там дальше-то? Твою мать. Не заперто. Ёлы-палы. Тут надо в каком-то определенном, что ли, этом открывать. Я что-то... Прелестно. Как пожелаешь. Так, ну понятно. Короче, надо искать. Бум. Надо искать остальные ключи, потому что сейчас их хрен найдешь. Будем искать, что могу сказать. Так. Блин, письмо. Я же смотрела.
Так, ну чего тут? Вы готовы? Одну минуту. Конечно. Люди и забрались так глубоко под землю. Конечно. Кто бы мог подумать? Вы готовы? Так, вернемся в крепость. Конечно. Блин, что, еще не все, что ли? Так, в тюрягу вернулась. Запасы здесь. Что тут есть-то? Мыло на веревочке. Кому оно надо, интересно? Так. А ты... отпрыск Рэндона Хоу. Можно и так выразиться. О тебе давеча в армии говорили. Фергюс Кусланд сказал, что у тебя духу не хватит снова людям показаться. Но ты его посрамил. Уважаю. Правда? Ах ты, блин, жопа. Плевать на осторожность. Лезь туда, где всего опаснее. Не думать про последствия. Только так и можно жить, а? Хм. Ну, если так... спасибо. Ага. И наплюй, что там другие скажут. Огрен рядом. Огрен, ты сейчас получишь, по-моему. От меня лично. Огребешь.